В субботу 9 марта состоялось открытое первенство Искитимского района по плаванию. Соревнования прошли на базе Линеевского спорткомплекса «Риф». Очередные соревнования по плаванию посвятили Международному женскому дню. Однако в заплывах принимали участие не только девочки. Соревнования будут проходить у нас в трех заплывах, 50, 100, 200 метров. Участников порядка 70 ребятишек. Приехал Искитим, наш район Искитимский. Участников могло бы быть и больше, если бы не праздничные выходные дни. Популярность плавания среди ребятишек растет, и все большее их количество старается принять участие в соревнованиях. Самые маленькие пловцы преодолевают дистанцию 50 метров, постарше плывут 100 метров. Самые старшие на этих соревнованиях – пример для подражания. Их ждала водная дистанция на 200 метров. Плавательный бассейн спорткомплекса «Риф» ребятам хорошо знаком. Поэтому и линевские, и искитимские пловцы чувствуют себя здесь уверенно. Все заплывы ребята совершали вольным стилем, причем некоторые из них, до старта слегка зажатые, окунувшись в воду, мгновенно преображались. От неловкости и волнения не оставалось и следа. Воду рассекали уже раскрепощенные, уверенные в своих силах спортсмены. Более 20 заплывов в этот день совершили участники соревнований. Подведение итогов и награждение ребят проходило в каждой возрастной группе. Вне зависимости от результатов спортсмены обогатили свой соревновательный опыт и зарядились энергией на все выходные. Ну а лучшие пловцы увезли с первенства одну золотую медаль, одну серебряную и три бронзовых.